ребят, но это колоннада. Отсюда есть спуск и на машине, и пешком. Ну, отсюда уже очень близко до набережной Ялты, Приморский парк. Мы не будем спускаться сюда, объедем сейчас вокруг. Раннее утро, надеюсь, там есть места для парковок. И мы сейчас мимо школы направо и по Гоголя поедем, ну, знаете, Испаньола там вот где, на набережной. Где-нибудь парканемся там. Чуть-чуть подальше, до платной парковки. Там есть где припарковаться, сейчас я вам покажу. Так, прямо нельзя, знаете, кирпич. Здесь односторонняя. Переулок Кубанский называется это. Он примыкает к Гоголя, но если пересечь... Кстати, нет, переулок Кубанский мы проехали. Это до сих пор продолжение улицы Севастопольская, которая также есть у нас и в Каризе. И если ехать прямо, мы выезжаем на Боткинскую. Через Пушкинскую пересекая, знаете, да, этот мостик. Через речку. А вот направо сейчас пойдет это Гоголя. Она идет параллельно Пушкинской. Вот школа слева. Бля, 774 регион. Ничего себе, я думал, только в фильмах такие выдумывают. Впереди нас Реношка. Так, ребят, ну здесь либо прямо, либо направо. Налево нельзя, там односторонняя. На мостике светофор, видели, да? Ну, мы за Реношкой направо едем. Главное, чтобы... Гляньте, как еще каштаны цветут, да? Красиво. И что, ищем, где припарковаться. Справа у нас Арианда, гостиница. Там кинотеатр тоже есть. Ну и вот, как я говорил, уже начало набережной, точнее ее середина, Испаньола здесь. Справа Приморский, слева набережная Ленина. И вот скажу вам честно, хочу я схитрожопить, хочу припарковаться где-нибудь здесь. И вот здесь справа сейчас будут парковочные места, надеюсь, с утра еще не все заняты. Ну, надеялся я не зря, смотрите, как для нас оставили. Здесь, ребят, парковаться можно, но осторожно. Так, ну что, дальше будет набережная. Хэштег в конце видео Арианда. Всем мира и добра из Ялты. Крым передает привет. Спасибо, что смотрите. Хэштег Арианда.